не хочется ребятам предъявлять претензии, опять же повторюсь, вопрос с нашего состояния. То есть на данный момент мы готовы 45 минут, плюс сегодня, ну, абсолютно ничего не получалось на самом деле, но на это есть объективная причина. Вы говорили то, что на каждом матче из этого турнира есть определенная цель, и давайте подведем общий итог. Сегодня хотели уже как бы более обобщить всю оборону нашу, прессинг, но не готовы мы еще прессинговать, это однозначно. Но время есть еще на, скажем так, устранить эти проблемы. Это в первую очередь проблемы функциональные. В плане, опять же повторюсь, нашей атаки, нашего завершения, ну здесь все решают кадры. И по поводу проведения сроков товарищеских матчей, как лучше играть вот так через день или, например, каждую неделю? Ну, этот турнир, он был для нас важен больше в плане просмотра людей, которые были у нас, приехали, в плане просмотра той же молодежи. Сейчас остынем, подведем итоги, проанализируем, с кем-то будем прощаться. Вот, и работать дальше. И какие дальнейшие планы на дальнейшую? Ну, с понедельника мы заезжаем на сбор в Гомеле. Будем работать в двухразовом режиме, и уже спарринги будут раз в неделю.